Бирусов 78, то есть это старший, сильно старший современник того же Бирусова. Элегия для сыновей арендатора Риспанна. Это не легенда, это подлинная история. Два холостяка, близнецы, жили на горе, вдалеке от всех, в деревне шотландской. Риспанн — это просто то место, где они арендовали землю. И говорят, что им однажды в дверь постучал нищий. Они его не пустили, через неделю оба умерли почти сразу. Ну, по поводу нищего, скорее всего, легенда, но умерли они действительно сразу. И о том, что они умерли, узнали потому, что стал скот мычать недоедный. К ним туда поднялись, все, хоронить надо. Известны они были, как чудовищные скупердеи, которых поискать вторых. В Шотландии вообще, шотландец вообще хрестоматийно скуп. Но на самом деле, конечно, нет, он просто беден. А эти были, видать, хорошие фрукты. Лишь 10 дней с начала года прошло, и вот среди зимы с людей долги взяла природа, троих похоронили мы. Здоровым и отнюдь не старым казался холостяцкий дом, но вестник каждому недаром грядет нежданным чередом. Погодки из одной коморы, с которыми пресекся род, открыта дверь под кров, которой хозяев более не ждет, что меж собой наполовину всю жизнь делили все дела, и к домовине домовину одна могила приняла. Да были некогда у братьев родная мать, родной отец, и прялась в нужный день для платьев непокупная шерсть овец, их смерть почти не разлучила. Вот подошли похороны, и братьям общая могила судьбою на двоих дана. Блюдущий заповеди 10 мнит, что сберег судьбу свою, но скупость не уравновесить прибою при Боге всеми 10. Вопрос исчерпан подчистую, кладбищенской землей прикрыт, росли, состарились впустую, их род оборван и забыт. Семья любому денег стоит, однако выигрыш таков никто поминок не устроит, не выпьет в честь холостяков. И в час, когда придет глашатай, белясь земной покинуть свет, с собой возьмешь ли скот рогатый, где спрячешь свой запас монет? Соседям утешать не надо, детей и горестных вдовиц питать собою будет стадо, одних собак и диких птиц. Их жребий ни на что не годный, не отмолить мне в день суда. Их золото в земле холодной пусть остается навсегда. Смиренный с высшей долей Бога, предусмотрительно знаком, кто в жизни получает много, делиться должен с бедняком. Ни принуждений, ни традиций здесь чувствовать не должен ты, воздаться каждому старицей за добровольство доброты. Все сказано и все понятно, я слов обратно не возьму, но правда слишком неприятна, и людям явно ни к чему, мне убеждения не по силе, и вы не слушаете меня, как те, которых схоронили сегодня на исходе дня.